Мы с сябровками живем в Гомелі. И каждую ранницу ходим в пионерский лагерь. Так-так, менавіта ходим, потому что лагерь размещен неподалеку от дома, в городском дитячем парке. Гэтыя кіназдымкі піянерскага лагера зроблены ў чэрвені 1960 года. Урачыстая лінейка, уздым сцяга, абавязковая зарадка і прагулка па цэнтральным парку культуры імя Луначарскага. Корэспандэнт за кадрам сцвярджае, нават у вялікім горадзе падчас летніх канікул можна адпачыць весела і цікава. Работе з моладзю ў Савецкім Саюзе надавалася вялікая ўвага. За амаль 70 гадоў у былым дзіцячым парку шмат чаго змянілася. Давно уже нема тут скульптур пионеру, и никто больше не проводит великие пионерские сходы, хоть функцию места отпочинку парк все еще выконвая. У 1960-м Владимир Давидович так само был пионером. Праз 3 года он отримал комсомольский билет, а у кастрычнику 1979-го узначалил областную комсомольскую организацию. Тады я ее керавництво размещалось у будинку, який зараз мае юридичный адрес Селянская 14. Правда, внутри за минулый час шмат чего изменилось. Владимир Давидович узгадывая, тут находились отделы областного комитета. Прикладно у гэтым месцы размещался его службовый кабинет. Былы первый сакратар добра памятает тыя гады и головную задачу, якую необходимо было обовязково выконать. Та задача быть среди молодежи. Не над ней, а в среде молодежи. Знать все, знать настроение, знать, что она хочет. И эти цели и желания способствуют, чтобы они реализовывались. Усесоюзный Ленинский коммунистический союз молоди официально спынил свое основание у Версни 1991-го. У снежни того же года белорусскую комсомольскую организацию переименовали у Союз молоди Беларуси. Сегодня правопереемником ВЛКСМ заявляется Белорусский республиканский союз молоди. Подчас встречи былого первого секретаря областного комитета ЛКСМБ Владимира Давидовича и сучасного первого секретаря Гомского обкома БРСМ Игоря Завалея размова об сучасной работе с молодью и реализуемых инициативах, поддержка специалистов и оборона автор правов удельников проекту 100 идей для Беларуси, плюс организация другостной занятости и развитие волонтерского руху. Это можно и патриотизм воспитывать, и любовь к добру, и в принципе развивать понятие, что такое добро и как его творить. И самая главная задача, чтобы донести до молодого человека, что он живет не сам один обособленно, да, а объединить их, чтобы они на благо страны что-то сделали. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».